Всем доброе утро! И, как говорится, с нами снова наша любимая рубрика «Америка автомобильная». Сегодня у нас первая суббота мая, это значит, что у нас сегодня проходит опять автосалон в Плейно. И мы обязательно вам его подснимем, вот уже люди ходят, гуляют. И мы будем сейчас снимать для вас. Хочу сказать, что в этом году автосалон начинается уже намного раньше, прямо на парковке. Вот здесь видно, уже стоят машины. И мы быстренько пробежимся по ним. Вот такой прикольный Chevrolet. Красивый. Не менее желтенькая прикольная машина. Кто-то уезжает. А вот так выглядят машинки, которые еще не готовы к автошоу. Вот посмотрите, какая интересная машинка. Она еще даже не покрашена, а просто погрунтована. Вот так вот. Тоже интересно, кто увлекается моделированием автомобилей. Вот так можете посмотреть, как это выглядит. Вот так. Вот еще прикольные тачки. Такой вот Chevrolet'ик прикольный. Классные машинки. Вот так вот вам подсниму. И пойдем дальше. Ну а теперь мы подходим к главному выставочному комплексу, можно так сказать. Такие вот машинки здесь ездят. И вот уже здесь стоит такая прикольная тачка Chevy 2. Очень интересный у нее автосалон. Такая красавица. И его, конечно же, самое главное. Ну а таких больших колес я вообще еще ни разу не видел. Посмотрите, зацените, какие колеса у этой машины. Просто космос. Охренеть просто. Для пацанов. О, приехали друзья. В том году тоже был этот автомобиль. А это прикольный Dodge красного цвета 40-го года. Очень классная тачка. Тут уже все новое, как. Такая вот она прикольная. На другой стороне стоит такой интересный Dodge Charger. И не менее прикольный Ferrari. Ну, это новые машины, они нам не сильно интересные. Но, тем не менее, вот подсниму для вас. Это настоящий Феррари, не китайский. Так, посмотрите, какой двигатель у нее. Просто офигеть. Ну, сделано все так себе. Но это Феррари, ребята. Не менее прикольный Chevrolet техасский наш. С таким же классным двигателем Chevy Corvette. Посмотрите, классный у нее салон. Обалденная тачка. Подстольник стоит. Ну и на этом закончим. Новые машинки, пойдем по старым. Вот такая интересная машинка. Плимут. Очень классный. Посмотрите, какой двигатель. Эдельрок. Какая классная тачка.
Вот делали ж машинки раньше. Колеса. И вот такой вот у нее зад прикольный. Ну, это не менее прикольная тачка. Studebaker. Посмотрите, какие классные у него колеса. Вот тут моделька стоит. 48-го года машина. Какой у нее прикольный салон. А самое прикольное, посмотрите, какой классный у нее спидометр. Самое прикольное у нее, конечно же, это заднее стекло. Классное, да? Ну и, конечно же, прикольная морда у нее. Такая, я такие машинки не видел вообще. Очень классная. Ну и пошли дальше по Studebakerам. Вот Мустанг старенький, Шевролетик. Проходим быстро, мимо, неинтересно. Мустанг 90-х годов. Вот еще один Мустанг 90-х годов, который, в принципе, не очень-то пользовался популярностью. Но так, для истории. Кобра, Шелби. Ну и вот прекрасный Studebaker, no? Studebaker. Очень прикольный. Thunderbird. Right. Thunderbird мне подсказывает. You car? Yes. Your name? Andrew. О, oh, Andrew. Nice to meet you. Mr. Andrew. Nice to meet you. О, oh, вот. Yeah, it's a 1956 Thunderbird. Oh, good. And it's the color is green. It was originally built green. And then it has a few extra little hot rod touches that we put in. Nice motor, wheels, transmission. Oh. And it runs great. Sunki, thank you, sir. Nice good. To talk to you. Вот такая машинка, вот нам хозяин рассказал про ее данные. Посмотрите, какая она прикольная. Вот такой у нее салончик. Ну это прям прикольная тачка. Вот такие машинки мы сегодня и поснимаем. Вот такой Ford 34-го года, тоже в прикольном исполнении. Посмотрите, какая машинка интересная. И тут так. Так вот выглядит она красиво сзади. Также стоит Dodge красный. Сейчас мы быстренько все обойдем. Такой интересненький. Вот такие Dodge. Ну, хочу показать. Мы же в Техасе, посмотрите, ребята какие ходят. Это же Техас, ребят. И вот посмотрите, Dodge вот такой висит у нас на елке. Прям такого цвета. Прям такая комплектация, можно так сказать. Такой. Поснимем сейчас еще вот такое Volvo. Прикольная. Очень интересная машинка. Спортивная. 800. Очень редкая модель. Посмотрите, какая она классная. И тут рядом же стоит Chevrolet. Вот такой классный Chevrolet. Посмотрите, какой у него классный салон. И вот такой интересный Шрек. Тоже в цвет машины. Chevy 54 года. Классные тачки. А та вот, которая открытая, там была тоже красивая. Очень красивый Плимут Шевролет, вернее. Вот Маринка говорит, что машина под цвет штанов, но вот специально выбирали. Форд 34 года. А вот это такая вот тоже Фордик старенький.
Chevrolet, скорее всего. Ну, конечно же, машина Дракулы. А этих друзей мы уже снимали. Вот они такие прикольные. Снимали мы уже эту машинку. Такие фары у нее. Не такой двигатель. Прикольная машинка. Я даже не знаю, что это. Очень такая здоровенькая. Большие колеса. Вартек. Это немецкий автомобиль. Вот такой Chevy 2. С замечательным двигателем. Восьмицилиндровым. Прекрасный цвет. Мы уже ее снимали. Вот такая она классная. Сзади прикольная. А вот рядом стоит Мустанг. И, конечно же, очень красивый Chevrolet голубого цвета. Такой салон Мустанга. Вот такая красавица. Chevrolet 57 года. Очень красивый автомобиль. Вот еще один Chevrolet. И еще один Chevrolet. Очень красивый двигатель. Такой вот салон у нее. Умели же делать машинки раньше. Ну и сзади, конечно же, для Синей Гвардии, ребята, для Синей Гвардии. Красивый красный Chevrolet, кабриолет. 57 года. Тоже очень интересный внутри. Вот так он называется. Посмотрите, какие у него кили. Очень красивая машина. А вот так выглядит автовыставка с Бугорка. Ну, такая красивая машинка. Очень красивый Chevrolet. Ну и, конечно же, кубики должны быть только в цвет автомобиля, а никак по-другому. И такие интересные. Вот так это все выглядит. Прекрасно. Вот еще один бордовый Chevrolet. Посмотрите, какая машина. Просто космос. На обычной дороге такую никогда не увидишь. 54-й год. Машина в каком классном состоянии. Посмотрите, какие же классные приборы. Это космос. Посмотрите, какой интересный у нее. У нас есть дома, кстати, такие машинки. Пол. Такой корабельный лак. Доска. И вот такие интересные колеса. Ну и сзади это тоже выглядит вот так вот. Такой шевролетик стоит у нас дома как моделька. А сейчас я вам покажу офигенный, офигенный автомобиль универсал. Очень редкая машина. Очень редкая. Я такую не видел ни разу. Вот она, Chevrolet. Офигенный просто. Место для теща, прости, для тещи. Вот так вот. Ну, поехали дальше. Вот тут тоже она купе. Купе. Посмотрите, она купе. Отличные такие вот приборы. Посмотрите, какие ручки. Прикольные такие зеркала заднего вида. Двигатель. Ну и, конечно же, это Chevrolet. Chevrolet, елки-палки. Так и хочется сказать, мать его. Посмотрите, какой красивый Chevrolet. И тут рядом стоит не менее красивый Ford Mustang. Ну, конечно, это знаменитый значок Форда. Все его знают. Прекрасная машина, не менее прекрасным двигателем. 66 года Ford. Посмотрите, вот это тачки делали. Просто космос. Такие колесики. Ну и, конечно, он сзади совершенно похож только на Ford и ни на что иное. Ну и что, пробежимся по двум Volkswagen. Очень прикольный Volkswagen для путешествий по Калифорнии. Было такое время хорошее раньше, сейчас уже нет. Вот так вот американцы путешествовали на таких замечательных, красивых машинах. Посмотрите, какой у нее салон. Хочу подснять там внутри, как он большой. Как она прикольно выглядит. Это же просто космос. Какая классная тачка. Вместе с Фордиком она вот так смотрится.
Очень красивая машинка. Обалденная просто. Я думаю, это самый красивый Volkswagen, который был у них. И не менее красивый жук. Ну, тоже это классика. 52-й год, желтого цвета. Посмотрите, какой прикольный салон сделан для Англии. Обалденная машинка. Вот так это все выглядит. И что самое интересное, у него такая панорамная крыша. Отъезжающая, посмотрите, вот с помощью такой вот ручки, класс. Такую еще панорамку сниму вам. Ну это, конечно, знаменитый Chevrolet, просто знаменитый. Посмотрите, какая классная тачка, аскетичные такие, сетка, не знаю, для комаров. Очень прикольная машина, посмотрите, какой же у нее двигатель, мама родная, а. Вот эта тачка, а, посмотрите, какой у нее классный салон. Это настоящий аскетичный автомобиль. Классная тачка, просто обалденная. Посмотрите, какая машинка, рядом стоит Мустанг. Просто класс. Машинка 54-го года. Посмотрите, она вообще нисколько не изменилась. Все в таком же прекрасном состоянии. Такие ее родные колеса. Просто космос. Ну и рядом не менее космос. Это Мустанг. Спорт. 70-го года. Посмотрите, вот это тачки делали, а. Вот оно. Марк 1. Мустанг Марк 1. Ёлы-палы, а. Ну что, по-другому не может быть, только обязательно лошадка. Америка любит машины. И мы любим машины. Вот это такой бензобак у нее здесь. Я думаю, это не газовый баллон. Вот такая красавица. И вот еще один черный Мустанг СС. Chevrolet СС, конечно. Это очень красивая машина. Она уже была у нас на просмотре. Ну, мощнее же машинки делают. Ничего сейчас не делает. А, Камара просто супер. 69-го года. Посмотрите. Просто офигенная тачка. Ну, а это же, конечно, Z28 Камара 70-х годов. Посмотрите, какая классная машина. Просто космос. Цвет интересный. Такой горчичный. Вот такой салон у нее. Ребята, ну, естественно, каждый день вы на дороге эти машины никогда не встретите. Ну, вот так выглядит это три мускулкара. Очень красивые тачки Chevrolet современной. Посмотрите, какая классная тачка. ZL1. Ну, это уже верх совершенства. Автомобиль современный 23-го года Camaro Chevy. Вот так сейчас выглядят машинки-то, а. Ford Thunderbird. Очень красивая машина. Просто космос. Посмотри, какой у нее цвет. Такой интересный салон. 54-го года автомобиль. Все идеально, все родное. И здесь положили стекла. Наверное, для того, чтобы мы полезли, посмотрели, какое она идеальное просто состояние автомобиля. Как будто только она вышла с конвейера. Посмотрите, ребят, специально для вас залез сюда. Идеально, только что с конвейера машина вышла. Посмотрите, все новое. Очень красивый автомобиль. Просто космос. Посмотрите, какие у нее колеса классные. И, естественно, фары. Просто машина как будто только вчера вышла с конвейера. Просто как будто только вчера вышла с конвейера, ребят. Посмотрите, все новое. Как будто ее недавно только сделали, ничего гнилого. Я думаю, этот автомобиль должен занять приз как самый сохраненный, как самый новый. Он просто как будто его сделали заново, собрали. Посмотрите, какой у него салон. Thunderbird. Просто космос. Посмотрите, все новое. Ручки, все абсолютно работает. А вот такая лейбочка. 54-й год.
И вот хозяин, наверное. Ну вот, 73-й год Плимут. Очень редкий автомобиль. Тоже по сниму вам его. Тоже Muscle Car. Очень любили американцы Muscle Car. Посмотрите, ну это просто офигенная машинка. Аутентичная немного. Посмотрите, какие у нее сзади колеса. Это не просто так. Она участвовала в драг-рейсингах. Посмотрите сзади, какие колеса широкие. Посмотрите, какие широкие колеса. Просто офигеть. Как говорится, шевролетами нам такими не удивишь. Доджами такими тоже. Ну вот, интересный Chevy 2 с американскими флагами. Людей немного, снимать приятно. Посмотрите, какая машинка, какой красивый цвет. 66-го года Chevy 2. Вот так люди, американцы, любят свои тачки. Ну и вот такой голубой Pontiac. Посмотрите, какая классная тачка. 78-й год, ребята. Велюр, кожа, рожа. Все как надо. Вот такие двери интересные. Очень много наград у этой машины. Ну и вот он, значок, конечно же, Pontiac. И посмотрите, какой двигатель там стоит. Ну вот такой красный Chevrolet еще рядом. И вот рядом тоже красный Chevrolet. Посмотрите, какой клевый. Низкие такие колеса. Ступенечка. Такой вот прикольный автомобиль. That is factory. О, вау. Вот такие вот. Didn't come on all of them. Вот он откроет машинку. Thank you. Такая интересная машина. Посмотрите, какой красивый у нее. Вот хочу поснять замечательного человека, ее Аллен. Chevrolet 2. Owner car. Good Texas. Thank you, sir. Thank you. Пробежимся по разным джипам. В фильмах вы их все видели. Вот так они выглядят. Просто прикольные машинки. Вот такая у нас дома стоит. Моделька. Тоже все это шевролеты, ребята. Все шевролеты. Ну, это просто здоровенная машина. Она мне по грудь. Такой Chevy. Ну, вот так выглядит шевролетик этот. И один, и второй. Посмотрите, какая машина прикольная, высокая. 71-й год. Вот так это все выглядит. Прикольно просто. Ну а вот так сзади выглядят эти машины. Шевролетики. Ну вот такая вот палубная доска шевролета. Вот так он выглядит сзади. Очень красивая машина. Сейчас покажу вам салон. Ой, какой спидометр прикольный. 3100 Chevrolet. Такие колеса. Вот такая морда у него прикольная. Двигатель. Все очень клево сделано. И сейчас покажу вам его салон. Посмотрите, какая классная приборная панель. Просто класс. Chevrolet Blazer. Оранжевенький классный. Chevrolet серенький, старенький. Вот это беленький шевролетики. Люди все радуются. И посмотрите, вот Chevrolet, какой офигенный просто. Посмотрите, какой двигатель. Офигенная машинка. Я думаю, она на специальных рессорах. Посмотрите, как это выглядит все. Impala. Заряженная в хлам. Я думаю, понятно, чья это машина, мексиканская. Вот сзади еще колесики. Я думаю, она умеет все. Не только ездить, но и прыгать. Ну, вот такие вот машинки. Мы идем дальше. Фордик. Старая-старая Кобра. Быстренько вам ее подсниму. Ее еще делают. Вот они ремонтируют, ее будут красить.
все очень аскетично, но зато прикольно. Вот здесь даже вот есть такой офигенный Мустанг. Это очень интересная машина. 5XR. Это очень заряженный автомобиль. Это премиум класс. Очень редкая машина. На ней выезжают только-только погулять. Вот приехала еще одна лошадка. Мустанг. Конечно же, Кобра. Посмотрите. Все очень серьезно. Вот Volkswagen, у него отвалились колеса. Ну, я шучу, конечно. И вот офигенная машина, очень красивая. Тоже редкий автомобиль. Я вам такой уже как-то снимал. Вот так он выглядит внутри. Посмотрите, какой красивый у него салон. Сплошной диван. Это прикольно вообще. Такие вот ручечки интересные. 61-й год Форда. Форд 61-го года. Вот он выглядит вот так прикольно. И такие же, конечно, классные фары. Вот такой Мустанг. Посмотрите, какой у него двигатель. Специально вам его покажу. И вот здесь у нас еще один двигатель. Форд. Посмотрите, какие машины. Вот такие машинки здесь ездят. Ну вот пробежимся по другой стороне. Pontiac 71 года GT37. Такая прикольная тачка. Такой двигатель. Сейчас подсниму вам салончик. От такого прикольного Pontiac покажем вам такой прикольный же Chevrolet. Такой неприкольный Chevrolet. Дальше пошел Dodge, заряженный просто в хлам. Охрененная тачка, но это все новая Honda. Ну и вот, конечно, SS. Красивые машинки пошли. Шевролеты. Camaro. Очень классная тачка. Очень популярная в свое время. Вот еще одна Camaro оранжевая. И вот Camaro черная. Вот, посмотрите, у всех отличный двигатель. 8-цилиндровый 350 турбо. Вот оно. Это супер тачка. Camaro SS. Ну и, конечно же, вот салончик ее. Бежим дальше. Или, скорее всего, даже Chevrolet 93 года. Вот такой прекрасный Ford. Интересный, редкий. И вот MG. Классная тачка. Машин в этом году намного меньше. Скажу я вам. 52 года. Этот английский автомобиль. Ой, посмотрите, здесь настоящее дерево. Ёлы-палы. Посмотрите, все уже там сгнило. Поэтому надо это все делать будет. Ну, так вот зато машинки выглядят спортивные две. Ну и еще один приехал участник. На такой машине не стыдно приехать сюда, а, ребята? А? Вот люди отдыхают, наслаждаются автосалоном. Мы идем дальше. Тут так, не очень много интересного. Ну и вот прикольная машинка. Очень прикольная. Я даже не знаю, что это. Сейчас подснимем. Посмотрите, это фара такая. Ёлы-палы. Вот еще фары. Road US66. Но это Franklin Olympic. Я даже не знаю, что это. Franklin. Это очень древний автомобиль, ребят. Очень древний. Вот так это выглядит. Мама родная. Кстати, кто проголодался, вот есть бутерброд. Сэндвич. Чисто американская еда. Посмотрите, какая классная тачка. Вот так она выглядит. Елки-палки, сколько же ей лет, а? Ну, я не знаю, в чем прикол этого Шевролета. Наверное, что это какая-то игра, какой-то фильм. Просто елки-палки.
Не знаю, был такой фильм про роботов американский, я помню, в детстве. Ну, блин, не знаю. Начать снимать этот автомобиль отсюда, это, конечно же, Плимут. Очень красивая машина. Посмотрите, какие у нее интересные дизайнерские решения. Это же, блин, надо было так сделать, а? Посмотрите, какой руль. Какая отделка. Ёлки-палки. Сейчас так не делают от слова совсем. Посмотрите. Если я не ошибся, 88. Просто класс. Двигатель. Ну и вот. Она выглядит так. И вот еще один шевролетик. Очень классный. Такие колесики 64 года Импала. Посмотрите тоже, как это все классно выглядит. Слава богу, солнце уходит. Посмотрите, вот это радио. Елки-палки, как оно классно сделано. Такие колеса. Ну и посмотрите, я думаю, цепляется трубой. Вот газовый баллон. Я не знаю, что это, ну фигня какая-то крутая. Chevrolet. Очень классная тачка. Вот так она выглядит сбоку. Армия USA. Вот паренек. И вот такая прикольная машинка военная стоит. Я надеюсь, она правильно стоит на подкатах, чтобы не уехала. Какая классная тачка. Настоящий армейский автомобиль. Вот так он выглядит. Есть вот еще такой столик. Здесь есть разные прайсы. Кто хочет вступить в армию USA, welcome. Вот это броник. Ну, еще какие-то штучки интересные. Вот так опускается у нее. Кабина, как у КамАЗа. Нам парень демонстрирует. На таких вот посмотрите, какие петли, она бронирована. Точно. О, good thing, sir. Вот такие ребята. Сзади еще подсниму вам этот замечательный автомобиль военный. Вот так идет загрузка колеса. Please down. Вот так он поднимается, колесо весит нехило. Все автоматизировано. Отсюда идем дальше, от армии USA. Вот такой интересный оплененный автомобиль. Много призов. Наверное, что-то в нем есть. Хотя я, например, наверное, наклейки. Самое прикольное, что есть в этом автомобиле. Ну и вот Ford Cobra наш. Все на том же месте, как и в том году стоял. Посмотрите, какая машинка. Очень интересная. Двигатель такой. 61-го года автомобиль. Вот он как стоял, так и стоит. Обратите внимание, Ford Cobra. И вот такой большой бензобак. Классно выглядит. Также здесь такой салон. И такой двигатель Кобра. Ну все как по-настоящему. Вот так вот выглядит Ford Cobra. И тут же рядом стоит Chevy 2. Вот еще один автомобиль. Oldsmobile. Редкая машинка. Пошли дальше. Это у нас Mustang. 5-литровый Mustang. Очень сильная тачка. 5 литров двигатель. Shelby.
Ну а такого красивого мустанга мы покажем не менее красивый Chevy. Посмотрите, какой у него двигатель, а? Просто космос. Вот так это выглядит Chevy. Классный двигатель. Ну и вот ребята ходят, это, наверное, жюри конкурса. Они оценивают интересность автомобиля, наверное, да? И вот такие двигатели здесь. Как вы думаете, что прикольного в этой Мазде? А я думаю, то, что здесь лежит такой прикольный поросеночек. Интересный Chevrolet зеленый, ну и не менее интересный автомобиль Ford. Посмотрите, какой красивый. Вот это интересная тачка очень. Двигатель V-образный 33-го года. Ой, какая клевая, клевая, клевая панель приборов. Вот это автомобиль клевый очень. Очень такие классные колеса. Ну, очень классная тачка. И вот так люди отдыхают. Не менее интересный Ford такого лимонного цвета. Ну, видите, люди отдыхают, гуляют. И вот еще интересный Ford Mustang 93-го года. Ну, интересен он только годом и больше ничем. Очень непопулярная машина была в Америке в эти времена. Неинтересный кузов. Не менее интересный Chevrolet Chevy 2. Chevrolet беленький такой. Их прям тут два штуки сразу, чтобы немало было. Вот такой двигатель 383 Starker. Ну вот салончик такой интересный, но мне не очень заходит. Зато сзади вот так выглядят они. Вы обратите внимание, они чуть отличаются по дизайну. Здесь чуть-чуть другой Chevrolet. Опять, если кто-то проголодался, настоящая американская еда. Дорога, флаги. Ну и, конечно же, замечательный двигатель. Такой интересный. И вот такой маленький шевролетик стоит прям в центре. Искусство в деталях. По-другому никак. Ну, эта машинка спецоперации Z. Я уже вам ее показывал. Что, отбирайте теперь значок. Это Nissan 88 года. Ну а здесь мы видим также Volkswagen и вот такой прикольный автомобильчик. Вот это у нас Ford 27 года. Вот так он выглядит. Минимум приборов. Правильно, ничего не должно мешать водителю. Никакие приборы, никакие панели. Такого замечательного Форда мы перенесемся мимо таких замечательных людей, не менее замечательному Ягуару. Кстати, я не нашел, как это видео. Вот он, этот Ягуар. Очень красивая машина. О! 69-го года машина. Посмотрите, какой двигатель. 12-цилиндровый. Вот хозяин. Показываем. Мы его уже знаем. Ну, вот такая вот машинка. Вот. Фотоаппаратик лежит. Чемоданчики, Ягуар. Машина очень маленькая. Посмотрите, какие приборы. Тумблеры. Как в самолете. Это... Если найду видео, обязательно покажем вам этому мужчину. Обязательно. И вот такой двигатель. Очень классный. 12 котлов. Как вам, а, ребят? Идем дальше. Нам осталось совсем чуть-чуть пробежаться. Ну, тут уже многие машины повторяются.
Хотя вот это очень интересная машинка, очень редкая. Это Ford 68 года. А интересное мне то, что это пирожок. А вот это у нас такой картинг. Вот такой интересный картинг. Вот ребята уезжают. Настоящий мускулкар. Сейчас поедут. Все, goodbye. Да, вот так вот. Chevy. Пока-пока. Ну, я вам покажу здесь такой интересный картинг. Или что это такое, хрен поймешь. С такой трубой. Прикольная тачка. Не знаю, как там открывать, потом откроют. Сейчас Марина будет открывать багажник. Сейчас нам покажет, открывается как машина. Thank you. И вот такой двигатель. Это Chevy. Вот, подошли к интересной машинке. Решили покушать. В общем, drive-in, drive-thru. Раньше был такой, вот подъезжаешь на машине, и тебе такую сразу чик, штучку, подносик такой ставят на стеклышко. И, говоря, кушаешь, не выходя из машины. Вот можно за что-нибудь конфет, кетчупа, мороженое. Вот такой американский сервис. Посмотри, какой салон красивый. Да, я вижу. Интересное то, что эта машина моя ровесница. Она тоже 1955 года. Вот так вот. И, кстати, я тоже нашел здесь свою ровесницу 77-го. Конечно, Chevrolet — это все-таки очень интересные машины. Посмотрите, какой дизайн. 55-го года. Беларе. Ну и, конечно же, вот он. Американский фастфуд везде. Такие красивые тачки. Не менее красивый Chevrolet. Беларе. Посмотрим, как он выглядит внутри. Классная машинка. Вот так это все выглядит. Ну вот, интересные машинки. Шевролетики, чарджеры. И вот интересная тачка. Это у нас Datsun. Вот такая машинка, очень тоже редкая, 77-го года, прям как и я. Вот такая тачечка Datsun. Ну вот так вот, спит Datsun. А рядом стоит вот такой прикольный автомобиль 30-х годов. Сейчас мы посмотрим, как он называется. Двигатель, все очень старенько. И, конечно же, это Chevrolet 39-го года. Еще раз вам подсниму этот Thunderbird. Этот Thunderbird прекрасен. Очень красивая машина. И вот здесь, видите, здесь такая моделька ее. Thunderbird 48-го года. И рядом не менее красивый Plymouth. Вот такой вот красивые машины, что и говорить. Оранжевый монстр. А если повернуть камеру вправо, мы увидим тоже небольшую стояночку автомобилей. Я уже подснимал вам эти машинки, мотоциклы. И здесь совершенно чуть-чуть машин Chevrolet Camaro. Не может быть не прекрасен. Z. Опять же Z. Пожалуйста, отрывайте. Вот такая красивая тачка. Очень классная машинка. Просто космос. В прекрасном состоянии.
Вот такой у нее салон. Черный, кожаный. Ну, Chevrolet, естественно, без вопросов. И вот уже мы снимали эту машинку. Очень красивая тачка. Chevrolet. Stingray. Очень красивая машина. Посмотрите, как классно сделаны приборы. Просто космос. Ну вот такая машинка. Нельзя не любоваться такими тачками. Ну и не менее крутая МГ 35-ка Мерс. И вот еще один Мерс. Как говорится, почувствуйте разницу. SL63 AMG. Вот так выглядит, ребята. Кто хочет купить, классная тачка. Я думаю, продается. Ну, Camaro SS. Что может быть круче? Это очень крутая тачка. Посмотрите, какой двигатель. А не менее интересно, что это 69-й год. Раскрасочка у нее какая классная. Вот так это все выглядит. Camaro. Ну и шляпа Техаса. Ну, вот так вот проходит праздник. Вот такая атмосфера, людей в этом году немного. Скоро будет награждение. Очень редкий Volkswagen 74 года. Военная машинка. Такая прикольная. В том году ее не было. Ну, как УАЗик наш, российский. Вот так все это выглядит. Качество немецкое, и вот он двигатель. Прикольная тачка. Специально по всему названию, потому что это очень редкий автомобиль. Нобле. Редкий мускул кар. Такая прикольная тачечка. Покажу вам ее салон. Вот так он выглядит. Очень редкая машина. Maybe. Вот так. Посмотрите, какая красивая тачка. Мустанг. Очень интересный. Ну, как говорится, здесь есть GT-серия. Но здесь есть поинтереснее экземпляры. Вот он, Мустанг, коврики Мустанг, ну и конечно же кепка Мустанг. Все Мустанг, ребята. Ну вот мы и обежали этот замечательный комплекс выставочный. Ну красота же, посмотрите, ребят. Ну и вот она, очень красивая машина Impala. Посмотрите, Chevrolet, какие у нее классные фары. Я хочу закончить нашу сегодняшнюю трансляцию именно этой машиной. Очень красивый автомобиль. Я считаю его одним из лучших автомобилей на этом шоу. Это лично мое мнение. Оно мое личное. Не претендует ни на что. Я так считаю просто. Посмотрите, какая классная тачка. Просто космос. Вот так вот. И, конечно же, Chevrolet. Ну и, конечно же, посмотрите, какой у нее салон. И вот такой вот Мишка. Пока, Мишка! Вот еще очень красивая Impala. Не зря я сказал, что Impala самые красивые на этой выставке. Посмотрите, как у нее внутри сделано. Очень красивая машина.
58-й год, Impala, Chevrolet. Sorry. Вот она, красавица. Еще один претендент, я считаю, на звание лучшего автомобиля на этой выставке. Ну, мой человек уезжает. Выставка заканчивается. Thank you, sir. Все, до свидания, выставка в этом году. Давай поснимем ее, как она вот такая стоит у нас. Бай-бай. Она вот так поднялась, когда завелась. Пока-пока. Парня тоже зовут Эндрю. Еще раз подсниму вам этот прикольный автомобиль с самыми большими колесами. Просто космос. Но чтобы вы понимали, колеса где здесь там метр в диаметре. Вот так. Шампанское. Крокодиловая кожа. Вот так это все выглядит. Еще прикольно. Не знаю, снимал или нет. Посмотрите, какая здесь система. Всем привет. Перегрев устройства. Ну вот, наконец-то мы добрались до самой прикольной и самой большой машины в плане колес. Вот посмотрите на ее колеса. Там где-то диаметр метр. Самые большие колеса здесь на автошоу. Поэтому для понимания я хочу показать. Вот я и вот колеса. Если я вот так стану, а я 1,80 м, колеса мне вот так. Вот такая классная тачка. Настоящий автомобиль для настоящих темных пацанов.
вот мы уже уходим с автошоу. Ну вот и закончилось автошоу в 23-м году в Плейно. Вот на фоне вот этих замечательных красно-желтых машинок мы заканчиваем нашу с вами передачу «Америка автомобильная», автошоу в Плейно 23-го года, 6 мая. Будьте с нами!